Всем привет! Теперь я делаю третью комнату. Здесь сейчас ремонта нет. Сделаю такой обзор, как есть на данный момент. Комната – это же холл и это же лестничный марш. Не знаю, как ее еще обозвать, эту комнату. Давайте я вам покажу. Действия моих работ. Первое. Надо будет вырезать немножко на потолке ДСП, потому что немножко угол здесь неправильно сделан. Лестницу я пока делать не буду. Может, в дальнейшем я ее сделаю, так как заказчица хочет здесь полукруглую. Теперь надо здесь будет залить стяжку. Это самое первое, что я сделаю. Между спальной, бойлерной и кухней, ну, приблизительно уровень высоты одинаковый. Но мне немножко непонятно, вот ванная почему-то залита больше. То ли я не вижу глазом, и здесь вот яма, то ли здесь сделан специально, чтобы ванная была повыше. Ну, это когда я буду маяки выставлять, это я уже буду все смотреть. Где надо будет приподниму, где опущу. Теперь все перегородки, которые вот идут каркасные, я набью туда ватой. Вон он, акустик бац. Через пароизоляцию зашью потом гипсокартоном. Также вот эту сторону. Пол будет плитка. Стены будут поклеены обои, потолок будет покрашенный.
тем, как здесь залепить пленкой, решил вам показать. Здесь вот висела вот такая шторка, но так как я буду сейчас вот четвертую комнату делать, она будет мешать. Надо что-то из пленки сделать аккуратно. Так, давайте я вам покажу. Здесь вот классическая арка. С этой стороны я еще обкантовку не делал, так как будет все равно здесь гипсокартон, потом шпаклевка засрется. Лучше я наклею, когда будет здесь все готово. Полплитку я затер. Так, здесь такая крутая люстра. Ну, камера, наверное, не отдает. А вот. Есть. Переливается. Здесь сколько-то много режимов. От этого выключателя только два режима. Это светлее, темнее. Вот, смотрите. Не знаю, как передаст камера. Темнее. Вот это светлее. Вот пульт. Ну, плохо видно все равно. Есть. Там она и моргает, и разные цветом. Красная, сиреневая, разные цвета. Ну, не важно. Вот такое бра. Оно получается дублирующее. Вот таким переключателем можно здесь включить. А подняться на второй этаж, вот там вот есть выключатель, выключить. Также и эта люстра можно вот здесь вот включить, вот там ее выключить. Так, что еще показать? Ну, вот так, проем. Вот таким вот ПВХ уголочком я обошел. Там идет основной проем, это сэндвич. Сэндвич я приклеил гипсокартоном на жидкие гвозди, а гипсокартон я приклеил уже на ротбанд к самим блокам. Можно было, получается, было бы на пену вот этот сэндвич приклеить к блокам, но мне почему-то показалось, что оно будет ненадежно. Окно аналогично также. Так, двери. Так, что вам еще показать? Вот так вот пороги. Здесь порог. Единственное, надо будет влажную уборку сделать. Вот, не везде я подтирал. Ну, это, по идее, уже мелочь. Так, и третий порог. Ну, вот и все. Теперь можно настраиваться на четвертую комнату. Всем пока.